Всем привет, меня зовут Светлана Генералова. Я прохожу сейчас очень кайфовый тренинг, который пришел вовремя, в нужное место, скажем так, и в нужное время. Очень часто, вот я уверена, что у 100% людей происходит такая ситуация, когда в жизни нужно что-то менять, и они это понимают. Просто 90% людей живут так, как они живут, при этом ничего не меняя, и продолжают просто думать о том, что да, нужно что-то поменять. А буквально 5-10% это те люди, которые берут и делают, потому что, ну, лично мои мысли, лично я это прекрасно осознаю и понимаю, что мы живем всего лишь один раз. То есть лет 50-60, если я сейчас это не сделаю, то лет 50-60 я буду корить себя за то, что 50-60 лет я прожила, так этого и не сделаю. Так вот, в моей жизни, получается, наступил переломный момент. Помимо того, что я в забеге, забег я решила переназвать его, теперь он называется 91 день. Я вам потом расскажу, почему именно 91 день. В этот забег входит тренинг. Мощный тренинг, от которого я кайфую. У меня просто невероятные от него эмоции, потому что я чувствую, я начинаю приобретать не только знания, но я и начинаю приобретать еще и силу. Силу, мощь, энергию, уверенность в себе. Это все я хочу передать своей команде. Забег продолжается. Сегодня 25 число, 25 дней еще только прошло. Забег у нас идет 91 день. Партнеры, кто сейчас смотрит это видео, забег будет длиться 91 день, помните об этом, потом я вам расскажу почему. И я уверена, что в моей жизни этот переломный момент настал. На самом деле их было несколько этих переломных моментов, но вот понимание и осознание, что сейчас есть возможность изменить свою жизнь на все 360 градусов, а не просто начать что-то делать. Оно пришло только сейчас, то есть только вот в этом забеге, только в этой системе 91 день. И я вам так могу сказать, посмотрим на результат спустя определенный промежуток времени. Конечно, можно говорить очень много, а результат уже он будет показывать все, что происходило и чего в итоге добился человек и какой он. На какой результат он вышел. Я всем желаю, если у вас есть возможность учиться, читать книги, проходить какие-то, может быть, там тренинги, и вы чувствуете, что вам это нужно, как почувствовала я, в нужное время и в нужное место попался этот тренинг, я вам желаю сделать это. Всегда чувствуйте то, что у вас внутри. Именно чутье, оно вас никогда не обманет. Я чувствую, что пришел тот момент, когда пора откалываться, отваливаться от прошлой жизни и переходить в другую. Это не просто пустые какие-то слова. Это искренние внутренние чувства, которые я испытываю уже на протяжении недели, двух, точно, может даже чуть больше. И я рада. 25 февраля 2015 год. Я пишу это видео, я делюсь с вами своими впечатлениями. Я думаю, меня многие услышат, думаю, меня многие поймут. Пусть это такой будет у меня, лично у меня, красный день в календаре, потому что я это говорю сейчас на публику, на всеобщее обозрение. И хочу вам сказать о том, что живем один раз, один. Живите эту жизнь достойно, чтобы в 50, в 60, в 70 лет вы оглянулись назад и поняли, да, я ее прожила, как хотела. Да, я прожил так, как мечтал. Да, я дал детям то, что дал, то, что хотел дать. Да, я помогал родителям, и моя мама ездит на крутой яхте. Это ее мечта. Проживите ее вот так. Прожив ее вот так, 70 лет, и лежа на островах, вы просто будете кайфовать от того, какая классная жизнь, какая она крутая. Не смешивайтесь с толпой 90%. Будьте личностью, будьте единицы этого общества, не толпой, а единицы, со своими убеждениями, со своим мнением, со своей политикой, со своей позицией. Будьте, выделяйтесь. Именно тогда вы поймете, какая это жизнь и что нужно сделать так, как хочется,
как просит душа. Моя душа попросила, я не смогла ей сказать. Именно поэтому я здесь, благодарна Артему за то, что он дает возможность познавать что-то новое, за то, что он дает возможность делать то, что не делал когда-то, либо ты делал, но это было не так кайфово. Вот за это я хочу поблагодарить. Вот за это я хочу сказать спасибо. Ну, а всем партнерам я желаю, чтобы вы жили одну жизнь, потому что она реально одна. Но вы жили ее. Жили, а не выживали. Все, ребят, всем пока-пока. С вами была Светлана Генералова. До свидания.